Во Владивостоке завершается строительство современного скейт-парка в районе набережной спортивной гавани. Сейчас специалисты занимаются благоустройством прилегающей территории. Последние 2,5 месяца мы подготовили и выполнили проект скейт-парка бетонного, в котором есть и зона боулов, и стрит-зону общей площадью 1250 квадратных метров. За этот период времени мы выполнили все планировочные работы, провели ливневую канализацию скейт-парка. И сейчас мы находимся уже на этапе финишных работ. До самого открытия нам остается нанести логотипы, выполнить локальную подкраску элементов и примыкающие тротуары, бордюры и рулонный газон, который укладывается прямо сегодня. В целом мы очень отлично справились, и качество скейт-парка у нас на высоте. Новое сооружение станет местом притяжения для любителей скейт-культуры. Помимо них в парке смогут заниматься профессиональные спортсмены и проводиться соревнования международного уровня. Во Владивостоке на сегодняшний день проживает очень большое количество молодых райдеров и любителей экстремальных видов спорта. В особенности это, конечно же, наша талантливая молодежь. Примечательно, что проект экстремального парка реализован именно в тот год, когда Владивосток стал молодежной столицей страны. И главное, что после реализации данного проекта у молодых райдеров появится отличная возможность для как подготовки к соревнованиям, так и для проведения соревнований различного уровня, как всероссийского, так и международного. Потому что вся инфраструктура парка соответствует с точки зрения именно спортивной составляющей для проведения соревнований по экстремальным видам спорта высокого уровня. Также на территории парка есть 2 специальных зоны – парк и улица – для проведения олимпийских дисциплин. Площадка откроется 1 сентября. Профессиональные райдеры проведут для новичков мастер-классы и покажут виртуозные выступления. Диана Иванова, новости на Восьмом.